В физкультурно-оздоровительном комплексе села Дружба прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню возрождения карачаевского народа. В нем приняли участие спортсмены из субъектов Северокавказского федерального округа. Смотрите подробности. Турнир проводился несколько дней, а в воскресенье состоялись финальные поединки. Перед этим участников и гостей приветствовали концертная программа «Лучшие артисты Прикубанского района». С напутственным словом к юным боксерам обратился президент Федерации бокса Республики Аслан Карданов. Турнир посвящен возрождению карачаевского народа. Участники приехали с полностью всего из КФО, это представители Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ингушетия, Дагестан, Чечня, ну и, естественно, наши ребята с Карачаева-Черкесии. Уровень очень хороший, радует, смотришь, ребята, вот все, сейчас уровень начал подниматься, ребята начали в бокс идти, и видно, школа уже совсем другая у ребят. Тянутся, подтягиваются все. Любая спортивная дисциплина требует контроля и оценки действий и состояния участников. А в таком опасном виде спорта, как бокс, точно нельзя пускать поединок на самотек. Все происходящее на ринге фиксируется в документах. Ведется записка, судейская записка, которая оценивает каждого боксера. Вот трое сидим и оцениваем, кто сколько ударов наносит. И как наносит? Удар считается засчитанным, который, если удар прошел, чисто, акцентированно, беспрепятственно в положенное место. После трех раундов один боксер немного грустный, ну а победитель не скрывает своей радости. Ну, начинается он в 5 часов, заканчивается в 8 часов. Дальше я еще могу сказать, что тренировка ходит сложно. Моя подготовка была плохой, потому что недавно я палец сломал, и на подготовку у меня было очень мало времени. Какая твоя самая большая мечта как боксера? Стать чемпионом мира. Бокс – это в первую очередь прекрасная физическая подготовка. Кроме того, он помогает оперативно реагировать на любую жизненную ситуацию. Довольны и родители тем, что их ребенок занимается этим видом спорта. Сегодня мой сын Мамаев Ибрагим принимает участие в боксе. Он сегодня выиграл. Ну, я так думаю, что его таким сильным, таким воспитанным человеком сделал его тренер. Он наш родственник. Мы знали его давно и отдали предпочтение боксу. Мы ни одного дня не жалеем. Он воспитал в нем очень хорошего воспитанника и хорошего боксера. По итогам турнира в общекомандном зачете на первом месте боксеры Карачаева-Черкесии. Мурат Шанкезов, Руслан Харченко, Вести Карачаева-Черкесия.